Привет, друзья! Сейчас межсезонье, поэтому на клев рыбы активный рассчитывать не приходится. Но дома все равно не усидишь, поэтому выехал я на пруд немножко покидать хотя бы микроджиг. Вдруг какой-нибудь шальной окунек клюнет. Рыба моей мечты. Горбатый окунище. Вот такой вот. Первая рыба сезона открытой воды хищная. Невелика, но тем не менее. Такой вот трофейчик. Окунь-шпокунь. Друзья, особо я на клев, конечно, не рассчитывал, честно говоря, но надежды теплились. Рыбалка получилась скоротечная, не очень-то, конечно, трофейная, но, тем не менее, первая рыба спиннинговая в этом сезоне поймана. Всем не хвоста и до новых встреч. Пока.